Казбулака, Петровского района, в свидетельстве написано четко. Потом уже в 70-м это стал Туркменский район, опять сел, которые были Петровского района, они потом отошли в Туркменский район. Но все равно считаю себя петровчанином, несмотря на то, что были периоды. Хочу сказать, что вот если брать село, то село тоже достаточно такое серьезное в плане бойцов, которые прошли времена и все войны. У нас школа тоже, которую я заканчивал, школа имени Калашникова, Героя Советского Союза. У нас закончил нашу школу Барсуков Иван, с которым мы там и дрались не раз, но он постарше немножко нам давал подзатыльников. Тоже стал Героем Советского Союза, но уже в Афганистане, в те времена. А то, что касается моих предков, дед Фанас погиб под Сталинградом. Подробности не могу сказать, не знаю. По линии мамы вообще без вести пропал и ничего нет. Семья была большая, 17 детей, по жизни осталось 7, мама до сих пор жива, 87 лет. Бабуся тоже умерла очень, так сказать, давно. Но хочу сказать, что отец войну не захватил, 29 года. Но 7 лет в армии прослужил, потому что это как раз после войны, он в 44-м, по-моему, ну, как он-то призывался уже в конце войны, и просто так уже, ну, 7 лет прослужил. Сегодня тоже нет, одна мама. А так тоже хочу, наверное, так вот читаешь, смотришь, и по бойцам, по героям, которые действительно в Петровском районе, мы тоже гордимся. Потому что, ну, наверное, ни одна территория Ставропольского края не имеет такое количество героев. А вот мы с Вячеславовичем знаем, там, как мы всегда говорим об этом, 16 героев Советского Союза за период Великой Отечественной войны и 3 полных кавалера ордена Славы, что тоже советские герои. Поэтому вот тот героист, который был, он, наверное, дорогого стоит для нас, поэтому я хотел бы их вспомнить и за них выпить, за тех героев. Ну, а нам что, продолжать нести это знамя и отставить свою территорию. Сегодня времена непростые, мы все это видим. И, конечно, вот горжусь то, что живу в России, горжусь то, что есть такой президент. Действительно, вот мы же прожили все и прошли, видели эти 90-е годы. И, честно говорю, мы вообще превратились ни во что. Воли судьбы или воли таких руководителей, которые... Ну, то есть все вооруженные силы растащили, разбазарили, распилили, на металлолом продали в Китай, куда и так далее, и так далее. Сегодня мы другие, и это, слава Богу, что нашелся все-таки человек, который пришел при всех минусах, при всех вопросах, которые там возникают, но тем не менее, государство сегодня сильно, вооруженные силы одни из лучших в мире, самые сильные. А боятся нас, потому что всегда, когда мы воевали, или с нами воевали, или на нас нападали, мы ни с кем не начинали войну. Мы всегда выходили победителями. Мы умеем воевать, поэтому американцы там пусть заткнутся. Никогда они не умели воевать и не будут, и пытаются чужими руками все это сделать. Но это не пройдет, поэтому давайте за нашего солдата, за русского, который всегда побеждал, и я надеюсь, как сказал наш великий главнокомандующий Владимирович, нет, не было и не будет силы, которая могла победить русский народ. Спасибо за поддержку тост. Спасибо. Друзья, потом была без козырка.